Всем привет! Меня несколько дней, можно сказать, что не было на канале. Август месяц. Отдыхаем и стараемся работать. Находим время. Итак, дорогие зрители, нашел хорошую квартирку 2 плюс 1 в районе Обагёль. Недалеко от моря. Расстояние отсюда максимум 400 метров. Это дорога D400. Она идет в сторону торгового центра Аланию. Здесь также впереди торговый центр Метро. Там у нас море. Я отсюда море вижу. Сторона здесь восточная. Большой балкон. Вот. Можно застеклить, будет дополнительная комната. В той стороне у нас речка протекает. Речка Оба. Итак, идемте внутрь. Только закрой. Как это закрывается? Все. Также выход на балкон из гостиной. Бытовая техника у нас фирма Altus. Бека холодильник. Прихожая. Первая спальня. Мраморный пол. Сквозная квартира. Один балкон выходит на север, другой на восток. Спальня у нас где-то 11,5-12 квадратных метров. Санузел. Тут хозяйская спальня со своим санузлом. Два санузла, два балкона, две спальни. 2 плюс 1. Тут у нас 13,5-15 квадратных метров. Она большая, да, 15 квадратных метров. Так. Второй санузел. Здесь балкончик. Есть бассейн. Я сейчас спущусь вниз. Вот. Это вход. Открыта парковка снаружи. Итак. Дорогие зрители. Цена этой квартиры 158 тысяч евро. Престижный район Обагёль. Здесь также хороший пляж. В некоторых местах есть плиты, но в некоторых местах песок и плавный вход. Угу. Все, я спускаюсь вниз. Айда, здесь 300 лир. 1. Свои шап-шубы. Свет отключен. Выходим. Закрыл. Лифт. Средний этаж. На этаже 3 квартиры. Лифт. Хорошая управляющая компания. Проекту где-то у нас 15-17 лет. По дверям могу узнать, сразу скажу. А тут лесенки.
О, фасад здания покажем вам. И бассейн. Смотрим, есть ли тут генератор. Район подходит под ВНЖ. Район Оба. Все, обошел, все показал. Все, дорогие зрители, ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Куда делся я? Всем пока-пока.